Управляющая компания «Ростелеком» проводит ремонт козырьков у подъездов многоэтажек. Уже большую часть домов из списка отремонтировали. Сейчас пришла очередь микрорайона племзавод «Арженка». Жители переулка Тимирязева сначала обрадовались. Над подъездами стали появляться новые козырьки. До того момента, когда получили платежки. В них появилась дополнительная строка с большой суммой. Главное, что волнует жильцов, это то, что управляющая компания не собирала собрание и, не посоветовавшись с собственниками, провела такой дорогостоящий ремонт. Жильцы коллективно обратились к генеральному директору «Ростелеком» за разъяснением. Ведь каждый месяц они платят за содержание и текущий ремонт общего имущества, а козырьки почему-то вошли в дополнительные услуги. То, что мы собираем на текущий ремонт здания, нам этих денег не хватает. Высокие налоги, которые он отчисляет, до 40% у него, плюс электрик, слесарь и дворник – все наши деньги и мусор. Все, у нас даже в минусах некоторые месяца получается. Поэтому мы платим такие огромные деньги. Это вот равносильно тому, что я купил билет на автобус и пошла пешком. Вот я 630 рублей плачу за квартиру, за 4 года не сделано в доме ничего, то, что должна неделя, и мы еще должны. Андрей Дюков действительно подтвердил, что ежемесячных платежей не хватает на проведение текущего ремонта. Но жилищная инспекция после проведенной комиссии вынесла предписание заменить козырьки. И на основании решения арбитражного суда управляющая компания, даже при отсутствии денежных средств, предусмотренных тарифом, обязана выполнить ремонт в виде дополнительных услуг и выставить счет населению. Вот этот документ, который нам предоставил жилищная инспекция по данному вопросу. Это вопрос спорный не только для УК «Ростелеком». Это вопрос спорный для всех собственников, которые не знают этого механизма. Поэтому рано или поздно нужно было бы этот механизм огласить, проработать среди жильцов, среди управляющих компаний и прибегать, в частности, для выхода из положения. Жители улицы переулок Тимирязева неоднократно обращались в управляющую компанию с вопросом, откуда взялась такая сумма. Оказалось, за демонтаж старых и установку новых козырьков с каждой квартиры взимается разная сумма в зависимости от квадратных метров. Например, владельцы трехкомнатной квартиры за козырек должны отдать 2100 рублей. С нами он не обговаривал ни сумму какую, на какую сумму, какой наряд, ни сметы не показывал. И вдруг у нас в статье получилась вот такая сумма большая, огромная. Для нас это непосильно, эта сумма. Мы все здесь пенсионеры, вот, и поэтому мы очень возмущены вот таким действием нашей вот этой организации. Если так вот посчитать, то на наш дом где-то 30 тысяч ушло, с нас высчитали. А вот козырьки, которые нам вот эти вот сделали, я не знаю, как их даже назвать в кавычках, даже не знаю. Вот на эти 30 тысяч якобы. Мы имели по Тимирязево 5 ряд работ, которых нельзя было откладывать. Там разрушился парапет на входах в дом. Фундаментные блоки. Были развалены два входа в подвал и атмосферные осадки. Снег, дождь, все шло туда, подмывало под фундамент. Две плиты были в аварийном состоянии. Это входные в подъезды. Мы потихонечку эту работу делали. Когда мы выполнили эти работы, подписали акта выполненных работ, выправили ситуацию в лучшую сторону, естественно, надо было рассчитаться за дополнительный объем работы. Рассказовская межрайонная прокуратура осуществляет постоянный надзор за исполнением закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Только за 2014 год было выявлено 72 нарушения. В основном отсутствие правильно оформленных договоров, наличие несанкционированных свалок и много обращений граждан, связанные с необоснованным повышением тарифов. Включение в платежные документы дополнительных услуг, также оплаты работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, которые включаются в платежные документы без решения общего собрания. Согласно нормам действующего жилищного законодательства, любые работы, связанные с содержанием и текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома, должны быть осуществлены на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома, а также должны быть надлежаще оформлены в протоколе общего собрания. Такое разъяснение жилищного законодательства является общим, и его обязаны исполнять все жилищные организации. Конкретный случай управляющей компании «Ростелеком» и жильцов улицы переулок Тимирязева находится на разрешении. И при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Екатерина Студенова, Степан Дикаленко, новости ТВ Рассказово.